В этом видео покажу, как сделать видео из фотографий в популярном редакторе InShot. Если у вас его нету, то заходите в Google Play либо App Store, скачиваете его. Сам редактор платный, но очень-очень много бесплатных функций. Итак, мы заходим в сам редактор, нас встречает первая страничка, и здесь есть три меню: видео, фото и коллаж. Сейчас мы будем рассматривать, как сделать видео из фотографий. Поэтому мы нажимаем кнопочку «Видео». Здесь будут недавние проекты, если вы уже работали. Если нет, то нажимаем «Новый». И сразу попадаем в свою галерею. Здесь открылись у нас видео, потому что мы выбрали кнопочку «Видео». Но мы можем перейти на вкладку «Фото». Я подготовила несколько фотографий для того, чтобы показать, как с ними работать. Вот выбираем то количество, которое нам нужно, нажимаем галочку, и вот наши фотографии загрузились, 6 штук фотографий. Но, как видите, все фотографии разного калибра, и нам нужно их привести к какому-то единому размеру. Поэтому мы заходим в кнопочку «Холст». Например, если для Инстаграма мы делаем видео, выберем квадрат. Здесь есть все необходимые популярные размеры. Вот выбираем квадрат. И чтобы убрать вот эти некрасивые размытые края, нажимаем еще кнопочку. Во-первых, мы можем вводить ползунок и растягивать, либо просто нажать на кнопочку, и наша картинка сама растянется на необходимую ширину или длину. И можем ее поправить руками, если нам не нравится, как она встала. Можем поправить, поднять ее, например. Вот так. Меня удовлетворяет такой результат. Я нажимаю галочку. И пройдемся так по каждой картинке. Заходим в холст. Снова ее растягиваем. Нажимаем галочку. Следующая картинка. Заходим в холст. Растягиваем. Можем поправить, чтобы у птички крылья не обрезались. Нажимаем галочку. Следующая фотография. Холст. Так, хорошо. Следующая фотография. Холст. Растянуть. Ну, так нормально. И следующая фотография. Холст. Растянуть. Лисичка. Чуть-чуть подправим. Итак, мы расположили наши фотографии так, как нам нужно. У нас есть возможность менять фотографии местами, если нам не нравится их расположение. Для этого нам нужно нажать на этот слайд, подержать. Получается теперь другая картинка. И теперь, просто выделив фотографию, можно ее переставлять на любое другое место. Вот таким образом. Вот мы поменяли местами фотографии. Теперь у каждой фотографии есть определенная длительность. Вот если мы выберем фотографию, зайдем во вкладочку, здесь есть вкладочка «Время», по умолчанию стоит 5 секунд, но мы можем либо ее меньше сделать, либо больше, причем здесь очень точно можно выбирать до десятых долей секунды. Например, выберем 4 секунды. Если мы просто нажмем на галочку, это время применится к одной фотографии, но вот слева есть двойная галочка, если мы на нее нажмем, программа спрашивает применить ко всем. Таким образом, мы применим это время к каждой фотографии. Нам не нужно будет заходить в каждую фотографию и менять. Применить ко всему. Все, мы выставили время для фотографии. Что здесь еще интересного? Здесь можно применять фильтры. Здесь есть много бесплатных фильтров, и дальше идут платные фильтры. Ну вот, например, возьмем фильтр Story. И чтобы применить ко всем фотографиям, нажимаем двойную галочку, либо если к одной, то только одну галочку. Давайте попробуем применить ко всему. И у нас все фотографии теперь с фильтром. Скорость и время — это фактически одно и то же. Вырежьте. Можно снова подрезать фотографию, но мы уже выбрали все. Нам эта вкладка сейчас не нужна. Вращение, вот видите, просто вращаем фотографию. Дублировать, нажмем дублировать, у нас просто фотография продублировалась. И, например, нам она не нужна, мы ее удаляем. Флип — интересный эффект, просто фотография зеркально отражается. И здесь еще есть возможность накладывать переходы. Вот если мы нажмем
между двумя слайдами есть такой квадратик с черточкой. Мы зайдем в переходы. Здесь также есть платные и бесплатные. Ну вот, например, возьмем такой обычный переход, который просто плавно меняет картинку. И здесь эту плавность можно регулировать. Либо она быстрее будет, либо медленнее. И снова можно сделать, применить ко всем. И у нас после каждой фотографии будут одинаковые переходы. Вот, видите? Либо выбрать, какой вам больше нравится. Здесь также есть возможность добавлять музыку. Для этого мы выставляем наше видео в самое начало, чтобы музыка добавилась именно сначала. Потому что если мы выставим где-то в другом месте, музыка будет добавляться именно с этого места, где стоит вот этот беленький курсорчик. Подвигаем на начало, выбираем музыку. Здесь, кстати, есть музыка, звуковые эффекты и запись своего голоса. Ну, посмотрим, вот есть встроенные песни. Их довольно много. Выбираем исполнителя. Просто прослушиваем эту музыку. Я не знаю, будет ли слышно в записи. Если нам музыка понравилась, мы нажимаем стрелочку, она подгружается, и нажимаем «Использовать». И тогда при проигрывании нашего ролика он уже будет с музыкой. Промотаем до конца и обрежем конец музыки, выделим просто музыку, нажимаем «Раскол», и вот эту вторую часть нажимаем «Удалить». Еще можно музыку подредактировать. Вот нажмем на кнопочку «Редактировать». И можно сделать плавное затухание, чтобы она не резко обрывалась, а, например, одну секунду затухания. И в конце она будет плавно затухать. Так намного лучше. Нажимаем галочку, что мы с этим согласны. Также у нас есть возможность добавлять к видео стикеры и текст, если есть такая необходимость по сюжету нашего видео. Например, выберем вкладочку «Текст». Я напишу что-нибудь для примера. Здесь есть панель меню, где можно выбрать цвет этого текста. Внизу есть вкладочки, уже заготовленные шаблоны для текста. Вот можно понажимать и выбрать какой-нибудь подходящий. Либо просто выбрать только цвет. Например, вот так вот расположим наш текст. Нажимаем галочку «Соглашаемся». Если нам этот текст нужно растянуть, например, на несколько кадров, мы это делаем при помощи ползунка. Этот же текст можно увеличивать, поворачивать, уменьшать, либо просто удалить, нажать на крестик. Согласиться. Стикеры. Здесь есть набор встроенных стикеров. Их не очень много. Есть гифки, можно добавлять, если они подходят по смыслу, есть такая необходимость. И вот когда мы зашли в вкладочку GIF, здесь есть еще другие стикеры. Не те, которые мы видели раньше. Вот нажимаем на эти стикеры, и здесь огромное-огромное количество стикеров. Можно выбирать меню, что нам нужно добавить. Вот таким образом стикер появляется на нашей фотографии. Его тоже можно растянуть, повернуть. И на панельке, если нам нужно, чтобы этот стикер был на нескольких кадрах, мы тоже можем это применить. Например, я соглашусь. И теперь смотрим на наше видео. И оно с таким стикером. Оно нам по смыслу не подходит, поэтому я его удалю. Итак, наш клип практически готов. Но, как вы видите, в уголке есть надпись InShot. И как же нам ее убрать? Очень просто. Мы нажимаем на этот водяной знак, и нам предлагается либо купить полную версию программы, либо же снять бесплатно. Вот, бесплатно снять. Нам предложат посмотреть рекламу, сколько-то там секунд. Ну, мы просто соглашаемся. Так, рекламу мы просмотрели, и, как видите, этот водяной знак исчез. И теперь мы можем смело сохранять наше видео. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». Еще раз «Сохранить». Мы выбираем самый большой, 1080. Вот, идет конвертация нашего видео. Все, видео сохранено. Мы выходим и
Еще раз выходим. И программа спрашивает либо сохранить проект, либо удалить. Нажмем проект, и он сохранится в наших проектах. Мы можем к нему потом вернуться и подредактировать. Дальше идем в свои файлы, в галерею. Выбираем видео, и вот наше сохраненное видео. Вот таким образом мы делаем слайд-шоу из фотографий. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на канал. Буду рада видеть вас на своем канале.